давай на убийство тогда Киевское, Киевский район. Я тогда туда поеду на убийство. Лужко 1.10. За зовнешними ознаками. Ну там лом есть, это не наше. Блин. Хорошо, давай. Сходи, я тоже на убийство поеду, хорошо. Где-где? Гранаты F1. На убийство сейчас это... Гранаты да изымают. Yeah. Есть. Да, три корпуса гранаты РГД-5. Хорошо. И перечисляю и запал, потому что долго будет на взрыв. Мы вам тогда оставим. Так хочешь в пакете? Это ваш следует. Ты хочешь в пакете? Ты хочешь в пакете? Средства взрывания тоже. Находил. Шесть предметов. Тротиловые шашки. Тоже один большой пакет отдельно. Ну понятно, что все. Кожные. Завернут. Второго ворку. Предметы за зовнішніми ознаками. Запалы, да. За зовнішніми ознаками. Являються запалами. УЗРГН до гранат, запитає УЗРГМ-2. Кольору. Поліетилену та скотч. Шість паперових упаковок з патронами калібром 7,62. Дві упаковки паперових, дві паперових упаковки. Це вже розсоєднені. Вони... Кількості 27. А, ну дальше. Давай, ми зараз теж вже закінчили. Також... Паперова обтюратор. Ну, за два предмети за зовнішніми ознаками схожі на обтюратор. Обтюратор. Набор. Слышишь, Тарас, принеси, пожалуйста, пакеты. Пакеты, да. А, мы уже упаковали, да, еще? Станционные замыкатели, кордовые шнуры. Огнепроводные. Да еще эти все одинаковые. Да, все одинаковые. Посмотрим их.